Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим кухонную вытяжку бренда Ката, модель C2-T600X. По внешним габаритам вытяжка у нас идет шириной 595 мм, высоту вытяжка у нас идет, вернее, в глубину 480 мм и глубина всего лишь 100 мм. Вытяжка у нас имеет два вида крепления. Обратите внимание, крепление снизу под ящик и также крепление к задней стенке. Спереди вытяжки мы видим светодиодное освещение, оно нейтрально-белого цвета, мощностью 2 Вт. Расположено спереди, что позволяет осветить всю рабочую зону. Откидное стекло и кнопки механические управления вытяжкой. Мы видим, что в вытяжке есть три скорости, кнопка сброса и кнопка включения света. Как вы видите, свет очень яркий. Давайте послушаем, как вытяжка работает у нас на первой скорости. На первой скорости вытяжка работает очень тихо, но в то же время чувствуется, что она тянет. На второй скорости увеличивается прирост мощности. И на третьей скорости вытяжка выдает 590 метров кубических в час, но в то же время энергопотребление у нас всего лишь 60 Вт. Вытяжка может у нас работать в двух режимах. В режиме рециркуляции, если мы приобретаем отдельно угольный фильтр и устанавливаем. Либо же в режиме отвода вытяжки в шахту. Вот. Также в вытяжке идут сразу два металлосотовых фильтра, которые не позволят жиру и другим отходам во время готовки попасть непосредственно на сам мотор. Жир будет оседать уже на жироулавливающих фильтрах. Если вы ищете простую и надежную вытяжку, то рекомендуем вам остановить свой взгляд на вытяжках серии Ката C2-T600.